Всем привет, с вами я, Ампер, и сегодня я поиграю в игрушку под названием FNAF World. Эта игрушка вышла уже с 3D-графикой, в общем, я сначала снял без, как бы, ну, первую версию, где не было еще полного 3D, вот, но, как потом я не успел его смонтировать и выложить, в общем, вышла уже эта версия, но я думаю, ну и... Ладно, сниму сразу эту, а то видео уже выкладывать не буду, знаю я слоупок. Ну, поехали, собственно говоря. Заценим тогда сразу эту версию. Нажмем старт. Так, сейчас я свое оружие уберу. Так, давайте в первую, ну, там я уже играл, поэтому new game. Erase data, yes. Так, game mod, adventure, я хочу новых персонажей получать. Нет, давайте на normal. Не будем чего-то сверх какого-то там придумывать, поэтому... Так. Тут сразу такая пати собрана, да? Только давайте тогда так. Сейчас. Ну, ладно. Ну-ка, ресет. Так, первый, второй, третий, четвертый. Тогда первый, второй, третий, четвертый. Мне просто так как-то... Ну, приятнее, что они в одном порядке тут. Поехали, Дан. Здравствуй, Голден Фредди. I know, я знаю, ты... ты можешь себя чувствовать, как будто ты кончаешься. Но что-то, похоже, очень странно сегодня. Все не так в аниматронике. Аниматроническая деревня Троника, мы работаем над этим. Скотт Хитрюга, это уже доказанный факт. Короче говоря, все очень хреново. Тут очень много каких-то странных созданий, но кажется, что они что-то там с нами хотят сделать. Мы не готовы к таким ситуациям. Что-то должно случиться на каком-то липсайде. Посмотри, что ты можешь найти. Ты можешь найти деревянного авточипера какого-то. Он весь день меня пугает, да? Ну ладно, дан. Эндоскелет. Because character quota. Не понял, о чем была речь. Вот, собственно говоря, как видите, здесь уже игра, в принципе, в полном 3D, хотя это, по идее, движок 2D. Но неважно, факт тот, что... О, поинты какие-то мне засчитали. Окей, давайте заглянем к Мангл. А, или это кто? А, это Тангл, по-моему. Так, вот тут... Тут можно купить так называемые байты. Ясно, у меня пока нету монеток. Фантом Мангл. Потому что ей нужно пугать что-то типа того, наверное. Так, это что за эндоскелетон? Добро пожаловать мне до эндоскелетона чего-то там. А, это броня, ясно. Плюш-трап. Потому что мне нужна была плюшевая версия. Классно, Скотт. Так, ладно, замечательно. О, мы ж не заглянули еще к этому, к нашему товарищу. Диди. Ну, можно порыбачить. Но я не буду сейчас рыбачить. Мангл. Дети могут быть дьявольскими, что-то в таком роде. Ладно. Бабочки летают. Так, куда бы нам пойти? Давайте сначала сходим куда-нибудь... Сюда, я не знаю. Куда-нибудь вот сюда. Так, тут какой-то ключик. Тут домик какой-то. Так, в домике, по идее, я входить же не могу, да? Да, не могу. Так, ладно, ой. Слушайте, а это авточипер? Не, я к нему сейчас не пойду. Ой, о. Так, давайте пиццевил. Капкейп. У нас сейчас отхиляет. Давайте потом байт. Jump scare. И...
Ну, кто-нибудь ходить. Так, давайте пиццу вил. И капкейп. И байт. Все. Замечательно. Классно, мы их оттарабанили. Так замечательно. Да, Фредди, что с тобой? Почему ты сюда не хочешь? Ясно. Да, Никтос, на тебе микрофоном по башке. Так, давайте байт. Вот сразу их нагнули. По-моему, игра стала легче, или мне кажется. Не, может, мне, конечно, оно кажется, но... По-моему, игра стала намного легче. Да, опять эти вы цветочки. Хилей. Никтос, на тебе микрофон. Кусай. Сразу двоих нагнули. Замечательно. Нет, конечно, игрушка стала, надо сказать, намного приятнее, когда здесь появилась полноценная уже 3D-графика. Так, нет, все-таки давайте сходим, наверное, к тому этому авточиперу, потому что, по-моему, это наша сейчас вообще основная... Да, о, джампскер. На тебе микрофон по башке. Ой, а вы помощнее. Так, этот, кто ходит-то, микрофоном на побашке. Кусай. Ну, о, все, замечательно. Нагнули. Нагнули вообще, вах, прям вообще нагнули. Вах, прям. Так, ну что, пойдемте тогда к этому, как его зовут, авточиперу, или кто это вообще такой. Для начала надо разобраться. Ну, поехали к нему тогда, значит. Так, это первый наш босяр, на тебе, на укус тебе, хиляем, потом джампскер, и, походу, этот испуг вообще никак не подействовал. Пицца вил, кусай, капкейп, хиляем. Ой, черт, надо свичнуть. Музончик классный вообще. Эти манчерис. Давайте Никтос, на тебе микрофон. Так их за джампскери. Ли. Ой-ой-ой. Да как так-то, хилей, ладно, успеешь. Хильнуть. Так, вас теперь. Кук. Да как так? Прайсбол. Давайте прайсбол. О, нас немножко этот возможности нам добавили. Срочно хилку. Чика. Срочно. Байт. Срочно. Капкейп. Срочно хиляем. Джампскер. Так. Ай. Поменяли. Успели. Так. Дайте попперс. Капкейп. Срочно всех хиляй. И микрофоном на тебе по башке. Да как ты их успеваешь? Джампскерить. Ой-ой-ой, сейчас чики больно будет. Ой, сейчас больно чики будет. Пугай. И кусай. И микрофоном на по башке. И хиляй. Замечательно. Так. Черт. Так. Ой, сейчас Фредди. Ой, сейчас с Фредди беда будет. На тебе микрофоном по башке. Так. Что за манчес? А, это вот эти вот хрени. Давайте капкейп немножко хильнем. Ой, черт, Фредди. Фредди все плохо. Да как ты их вот только переключил, он сразу их оглушил. Давайте манчес. О. И при этом все, при такой бешеной графике, да? Хотя, по-моему, она и 2D, но тем не менее, для этого все равно нужна нехилая видеокарта. Че? А! Челленджер. Ой-о. Так, это Чика. Так, на. Хиляй. Так, это Чика. Нам бы ее сейчас желательно, наверное, конечно, выбить. Ой, черт, надо было байт, ну ладно. Хотя интересно. Пугаем. Хиляем в это время. Микрофоном на тебе по башке. На тебе. Давайте свечнем.
Так, кстати, я надеюсь, что сейчас у меня курсор будет видно, а то, когда я то видео снимал, когда я снимал версию без 3D, где была еще 8-битная графика, у меня какого-то черта... Ой, чё за анкрю? Йо! Это читерская чика. Йо, черт, надо было использовать. Ладно, черт. Все. Двоих чика вырубили. Классно, просто. А хилять у нас больше никто не умеет. Ясно, ну все плохо. На тебе. Переключаем. На тебе. Да черт. Черт. На тебе. 23. Почему я не вижу ее хпшек? Сейчас бы я мог оценить, вообще вин я или... Скорее всего уже, конечно, гейм овер, но сейчас посмотрим. Дело в том, что в тот раз, когда я то видео снимал, я тоже нифига абсолютно не успел. Давай, Мангл. Ну сходи хотя бы. Черт. Нет! Черт. Бонни разобрала, зараза. Черт, 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 черт. Надо сейчас мачить просто жестко. Нет, все. Это гейм овер. И 2 хп. Ну, вы издеваетесь? Я даже сохраниться ни разу не успел. Да, гейм овер. Классно дело. Классно. По-моему, эта чика просто чересчур сильная, потому что я не в тот раз ее не вин. Не в этот раз я ее не вин. Короче, все плохо. Так, это мы уже видели. Ясно, ладно. Давайте, в принципе, сейвнемся. Тогда, кстати, давайте туда... О, тут сундучок. Так. Возьмем немножко. Так, и... Да, цветочки. Вот, все, одним укусом Бонни, все, цветочки. Хренам просто. Так. Сейчас надо. Так. А че? Блин. Авточипер. Он же у меня не сохранился. Ладно. Сейчас тогда я его еще раз победю. Тогда. И тогда уже сохранюсь обязательно. И тогда уже дальше продолжим играть. Собственно говоря, вот я этого авточипера очередной раз завинул, конечно. Я надеюсь, что сейчас опять какой-нибудь челленджер. Ну, давайте сохранимся, а то еще какой-нибудь, кто-нибудь сейчас появится. О! Новый чип, да? Давайте его подключим. Стрэнт, то есть сила. Игрушечная чека, давай вечеринить что-то в таком роде, наверное. Да. Цветуёчки. Просто вот одним ходом, вот Бонни, вот просто. На и все. И ляулю. Давайте возьмем вот это тоже. Подарочек. Там. Ого, это. А вы кто такие? Я вас не звал. Так, одного уже вырубили. Так. Что-то они как-то слабо бьют по сравнению с той чикой, это, конечно, это просто. Ну ладно, хильни, ну и кусай, все. Блин, я не понимаю, почему именно вот чику, вот ту кошмарную чику, я не в тот раз не мог нормально. О, еще какой-то дефенс. Это я не знаю, что за дефенс. Энда 02. Не, типа, не красивый, но... Ну, более полезный, что-то в таком роде, как-то там было. Так, ох, ё, а вот с вами дело плохо. Вы, заразы, сильные. Так, они посильнее, чем те вот эти вот мобы. Как они там называются? Джереты какие-то. У вас-то за вебкой не видно, и у меня сейчас тоже моя вебка показывается на том же месте, где у вас. Ну, по идее, правда... вебку-то я-то могу отключить вебку, а вот вы нет.
Ладно, замечательно, тем не менее мы, конечно, их вин, но они, наверное, самые сильные из тех пока, кого мы, кроме этой Чики, встречи, давайте сохранимся. Все, а то что-то я забыл, что тут еще сохраняться надо. Вообще просто забыл. Напрочь. Там еще какой-то. Опять вы. Там еще какой-то пароход есть на микрофоном. Ну вот минус этой игры, я уже просто играю в нее как бы второй раз с нуля. Вот минус этой игры, то что сначала она тебя как бы затягивает, а потом ты начинаешь в нее просто. Ну, как вот сказать, банально. На тебя уже они нападают, а когда у тебя появятся байты, они просто, ты вот встречаешь на первой локации вот такого рода существ, и все, у тебя одни байты, они просто могут вообще победить их просто на раз-два. Такое может быть. Кто тут лес, блин, рубил? Ну вот эти вот чуваки, видимо, и рубили. Как они на chop and roll? Ясно, что-то типа руби и катись, что-то рубись и катись, короче, наверное. В таком роде, щелкунчики, короче, лесные. Вы там не офигели, ребят? Chop and roll, слышь? Так, одного отправили. Блин, больно бьются, на тебе микрофон. Ладно, замечательно. Так. Тут какой-то сундук, к нему я никак пройти, я так понимаю, не могу, да? Так, Фредик. Ого! Слышь, армия дровосеков. Охренеть. Вот это я сейчас не ожидал, то, что меня на меня такая армия наедет. Причем в прямом смысле наедет. Потому что они же ездят. Так, вы не охренели там? Ну-ка, пиццевил на вам. Пиццевил. Так, одного. От двух избавились, замечательно. Чика, срочно, хил, ура. Так, на микрофон. Третьего, один остался. На. Да. Ты чё такой жирный, а? На микрофон по башке, все. Все просто беспрекословный прием. Микрофон по башке. Ну что, давайте сэвнимся и к Golden Freddy. Так, надо отключить веб-порт. Я думаю, ты нашел. Короче, я думаю, ты понял, что тут происходит. Посмотри за меня. Там дерево, которое мигает, короче. Ты не знаешь так много, как я. Я тебе расскажу все, как остаться, ну, живым или что-то в таком роде. Чтобы не пошло не так, мы должны это исправить. Это будет приключение. Что-то ужасное должно случиться в флипсайде опять каком-то. Не знаю, надо перевести, что это за флипсайд такой. Потому что это вызывает что-то этого мира. Объекты наподобие дерева за мной сломались. Но я думаю, ты сможешь использовать их, чтобы попасть в места, к которым ты не мог попасть до этого. Ты должен идти и найти источник чуть наркомания. Да, мир... Мир за деревом, короче, типа, безопасный мир. Я не успеваю читать, в общем, там, типа, этот мир безопасный. Фантом Биби, because reason. Короче, он что-то сказал, какие часы найти. Ладно, сейвнемся. Что-то наркомания какая-то ужасная тут происходит. А, ну мы это вернулись. Мельница тут какая-то красивая, однако. Скот красав. Ёжики. Господи, мои глаза отказываются что-то понимать в этом мире. Так, я понимаю, что в этот огонь идти не надо.
Надо идти во второй огонь, вот в этот. Тогда я попаду туда, куда надо. Фантом Фокси. Потому что никогда не может быть слишком много Фокси. Замечательно. Надо... Это наш второй чекпоинт, можно так сказать. И вот мы, Фредди. Замечательно. Уверенно нажимай на кнопку, чтобы сюда попадать быстро в следующий раз. Что, ну, то же самое. Я думаю, что многие из этих монстров виноваты в том, что случилось во Флипсайте. Это выглядит... Кажется, что ты можешь в них воткнуть в них здравый смысл, и они тогда к тебе присоединятся. Ты должен найти другой саптонель под игрой. Он, опять же, спрятан под мерцающим объектом. Из него было проблем. Ну, типа, тут есть, ты можешь найти какие-то предметы, но они могут быть, в принципе, для тебя опасными. О, опять это наркомания. Вещи не опасны. Ты можешь спокойно играть. По крайней мере, над тобой смеется какой-то хозяин-марионетка. Не понял, что там он написал. Сломанная Чика. Что случилось с Чикой? Действительно, что с ней случилось? Большой вопрос. Собственно, я думаю, что на этот раз можно закончить. В принципе, игрушка неплохая, но, если честно, ожидалось чего-то большего немножко. Лично я ожидал чего-то более крутого от этой игры. Но это лично мое мнение. Ну и потом, конечно, да, она... Не знаю, FNAF был, конечно, интереснее, чем FNAF World. Поэтому, собственно говоря, это будет обзор точно. Если будет на этом видео много лайков, просмотров и положительных комментов, то в таком случае я буду снимать по этой игре Let's Play. А пока что это будет просто тупо обзор. Все. Ну, посмотрим судьбу FNAF World на моем канале. А, собственно, на этом... Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайки, да, лайки. Всем удачи и всем пока.